Всем привет, ребята! Привет! Привет, Дудаплей! Я беру Леона, ты берешь Розу, да? Я беру Розу. И играем в парное столкновение, точка зрения. Хорошо. А почему и точка зрения? Да, я только хотела спросить у тебя, почему? Что такое точка зрения? Не знаю. Одинаковый. Один у нас вопрос. Может, ребята, надо напишите. Так, а ну-ка. Леон как бы слабенький. Ну, а давай проверим, кто быстрее бежит. Да, насчет направо. Раз, два, три. Побежали. Да, направо. Побежали. Одинаково. Что, одинаково? О, Коль дурачок стреляет. На, вонючка. И сразу убежал, да, такой? Угу. Боика. Вот судачок. Сейчас попробую взять. Ты только не помри там. Хорошо. Если бы у меня был Барли, я бы тебе помогла. Ага, чуть не умер. Он у меня... Все равно он у меня еще слабенький пока, Леончик. Я его недавно открыл. Слушай, а ты знаешь ложку? Да, ложку ты знакомая. Ну, он, короче, не только Майнкрафт, оказывается, играет, но он еще играет в этот. Он еще Бравл Старс играет, оказывается, ложка. И он как-то ролик снимал и показывал, что он... А, убегать надо, убегать. Что он в десятке. В десятке лучших игроков России. Прикинь. Десятки лучших игроков по России. Молодец. Ну, так он не только Майнкрафт играет, он еще и этот играет. Что ж такое головоложка, блин? Ну, Майнкрафт, Данька еще с его... Ну, я помню. Смотрел все время головоложка. Ну, так, достаточно таки знаменитостей. Угу. Но... У него там каналы раскрученные. Лололошка. Может, он, кстати, Лололошка сейчас сидит и нас смотрит даже? Ну, конечно. Угу. Там уже кто-то... А, вот этот миньон... Он вообще не убивает никаких. А, миньон прикольный, вот этот. Вот эта штука, он на вагонетке ездит и кидает кирку свою. На вагонетке. Его бы щелкнуть. Но... А-а-а! Видишь, он начинает крутиться в вальсе. Вот тут, наверное, самые такие два дурачка, да, мне кажется? Мы с тобой. Баночка лежит. О, тихо, стой здесь. Да нахуй. Ой, извините, пожалуйста. Убили тебя? Я не люблю вот это стояние. Да ты, моя маленькая, не любишь настоять. А ты люби. Угу. Смотри. Это замес какой-то. Ну да. Тут из баночки возьмет, станет сильный. Он так сильный. Да ты чё здесь бегаешь, вонючка? Мы убили его. Он думал, что он такой хитрый. Где я? Вообще не вижу себя. Где я? Умерла. Ой, а такая сверхспособность у Леона вообще стрёмная. Просто он исчезает, как бы, знаешь. И то, буквально на 4 секунды он исчезает, его никто не видит. На 4 секунды, это чё, много? А чтобы взять эту супу, надо, не знаю... Чего, попала, что? Полдня, блин, да, я говорю. Ну, типа... Мне вот с Розой тоже супа не попалась. Вот, ну, Роза супра, она превращается в большую Розу, и она всех мочит. Ой, баночка, как вот, она там попалась? Вот равносильно, что банку съесть, вот супра у Розы. Чё, взяла банку? Угу. А-а-а, я всё это путаю с напитком. Да иди ты, Роза, блин, да тихо. Роза, она меня побила. Ну и что? Ничего страшного. Побила так побила. Ну как так? Ну ладно, бывает. Я сейчас не говорю, что у меня Леон попался, вообще какой-то мне не нравится. Леон. Кому-то вороны попадаются топовые, легендарные. А кому-то... Ты играть не умеешь. Леон. Который, по сути-то, стреляет какими-то... Этими, вот это тоже с сюрикенами. Все равно убили. Ага. На что я подписалась? На что ты подписалась? Сейчас будешь менять героя? Ух ты. Шелли. Вот Шелли классно, надо Шелли брать. А, что случилось? Что произошло? Вот эту бы вонючку убить. Бегает. А я тут так тут. Ух ты, столкновение. Все, меня шлепнули.
Он, возьми, внизу этот будет штучка. Возьми, я кашу засвечу. Ничего страшного. Что, идти их убивать? Да, иди, убивай, убивай, стреляй, быстрее в нее. Постреляй. Все, молодец, молодец. А нет, пушку что там? Все, молодец, молодец, жди меня. Вот, все, пошли на эту розу, пошли быстрее. Так, ты ладно. Убила меня. Все, мы выиграли. Смотри, сколько у меня жизней. Угу. Круто, да? Мы выиграли. Не верится прям. Мне ага. Ну. Первый раз выиграли, да? Сколько мы играем с тобой? Так, давай тогда меняй, кого ты там будешь менять. Ух ты! Я с этой поиграю. У меня... Ложка! Ложка! Где ложка? У меня вот здесь плюс добавить, ловушка, блин. Блин, ловушка нас все слушал. Да, а я же говорил, что ловушка сейчас все слушает. А как он там появился? Не знаю. А я не знаю, как ее добавлять. Да, ё-моё, не знаю. Ну, тут было написано ловушка, опять написано. Ну, добавляй его. Ну, как, плюс и там кричит ловушка, вот он. Ну, ладно, давай играй тогда вдвоём. Да, это просто на... Дружбу? Можно наблюдать. Не, давай играть дальше. Блин, а как ты? Нифига, ребята, мы только что говорили о лололошке, и до Таки Плей добавился настоящий лололошка. Видишь, он играет же каждый день, он десятки лучших игроков. Ты розу не стала менять? Нет, я буду каждую игру одним игроком. А, ну ладно. Так, тут Нита бегает. А, я выдал себя. Ё-моё. А, мне помог там какой-то чья. На, ё-моё, я взял, я ещё помог. И она меня сейчас ещё щёлкнет. Ё-моё. Ты где там? Да у меня щёлкнули. Меня зажали трое игроков. Нормальное вообще явление? Трое игроков зажало. Нет. Я считаю, что это ненормальное явление. Три игрока. И я как в тисках оказался. Я вижу напиток, беги туда. А, не успел, этот миньон вонючий взял. Он нас щелкнул, прикинь, как легко. Прям двоих. Двоих вообще, как нифиг дело, как шоколадку съел. Батюшки, съел. Слушай, а ты хочешь шоколадку? Да. А как? Знаешь, какую я хочу такой молочный вкус? Я вот, ну типа кого, типа кого? А, может быть, знаешь, что я хочу? Вот это вот. Шоколадную пасту. Шоколадную прям? Ну да, ой, не беру. Это которую мы в Турции видели, продавалась? Не знаю. Смотри, это Шелли за мной идет, вонючка. Nestlé типа, да? Да-да. А-а-а! Иди нафиг от меня. Иди нафиг. Убил ее, прикинь. Вот я... молодец, вот так. Да она такая коза оказалась, шла за мной, хоть я ей уже и банку отдал, жена заберет эту банку. Ой, я купила. Нифига ты какая, это я ты была это? Под напитком. А, ты под напитком? Давай, а я сейчас возьму штучку. Ой-ой-ой-ой-ой, кто там меня щелкает? Так, одержись там, давай, этот. Вот этого давай. Давай. Есть, молодец. Зачем я взяла супру? Ничего страшного. А я еще не, я уже не подсыпаю. Подожди, та сейчас возьмет. Не иди туда. Иди сюда ко мне, тут у меня тоже есть. Так, что, подождем? О, столкновение. Так, ладно, сейчас я немножко подожду. О, взяла как дурочка. Ну пошли, я... пошли тогда, фигачь всех. Ой, 10 там. Ну а что? Убила? Нифига себе. О, вот это да. Вот это так и дает. Взяла баночку вкусную без спроса, шоколадку. У меня 13 ран повысился. Ага, и пошла и всех расфигачила. Ты же так хотела шоколадку же, да? Ну. Я так понял, ты хочешь шоколадную пасту, которая это, в стеклянной баночке. Да, не забыла, как она называется. Как, скажи? Ну, Nestlé. Ну, Nestlé, ну как-то еще она называется. Нутелла? Нутелла. Значит, ты хочешь Нутеллу, да? Да. Ага, тебе на день рождения Нутеллу подарить. Давай, если мы сейчас выиграем, ты не покупаешь Нутеллу. Давай, если мы сейчас выигрываем эту, я тебе Нутеллу куплю. А я знаю, специально возьмем, проиграю, да? На, гад, смотри, где сидит вонючка. Сейчас, подожди, я это восстановлю. Ой, убери напиток! Хорошо. Я другой возьму напиток. Там их два, блин. А, убили эту девку. Да, я сейчас ее щелкну.
Да иди давай, что ты стоишь-то, ё-моё. Бери. Давай, да ты бери уже. Давай, да у меня нету стрелять чем, алло. Она постоянно отлетает. Она умрет. А, вон дурачок какой-то, смотри. И он тоже умер. Так, Бул несется, гад. На, получай, вонючка. На, Бул дурачок там стоял, соску ждал. Надо выиграть. А у меня супра была. А, вот этот сильный, я боюсь его. Это не Дэрил, это какая-то вонючка. Ой, блин, готовься. Хотела сказать, покупать мне на скле. Убили. Это было так близко. Ну, блин, я в этого начал стрелять, гада. Да, ребята. Я так не игра. Моё. Чё, будем заканчивать серию тогда? Давай. Ну что ж, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите Таке плей, чтобы она выигрывала и зарабатывала в следующий раз Нутеллу. И обязательно передавайте привет Таке, пишите Така привет, также пишите мне Дуда привет. А сколько Така у тебя сундуков? 13. А у меня 7, вот так-то. Скоро Така снимет ролик по открыванию сундучков. А мне еще надо 3. Дай мне еще 3 сундука своих, и у меня будет 10, у тебя 10. Угу. Спасибо. Ага, ладно. Пока. Пока. Пока.